В Киеве проблему с топливом так и не решили. Вчера были заголовки. Только что вернулся с заправки. Что я вам скажу, ребята, брехня. Поехал на БРСМ, значит, здесь на выезде из Киева, с Харьковского массива. Передо мной была очередь, работала колонок, наверное, 6 или 8, ну, много колонок работало. Передо мной была очередь 3-4 машины максимум. Заправляют только по 20 литров и в канистры не наливают. Брехня. В канистры наливают аж бегом. И заправляют только по 20 литров. Как говорит мой батя, это правильно, но неверно. Значит, вы не можете действительно заказать 35-45 литров. Вам нужно будет заправиться два раза, допустим, по 20 литров. Или три раза, по 20 литров. Вы можете залить 20 литров в канистру, 20 литров в бак. И если у вас 20 литров не влазит, то оставшиеся деньги вам на карточку обязательно вернутся. Заправился на БРСМ, значит, 95-м, потом тут же заехал на АНП и там же заправился газом. Та же самая история, только максимум 20 литров, но мне в бак влезло 17, остальное мне, так сказать, деньги вернули на карту. То есть, и приложение для заправки газом, но на АНП не нужно устанавливать. То есть я приехал без какого-либо приложения, поставил машину возле этой бочки, заправщик подсоединил шланг, я пошел, карточкой рассчитался, кофейку себе взял и все. Поэтому, ну что вам, ребята, сказать? Я не знаю, у кого там где какой кризис, но как бы у меня сегодня заправить машину получилось абсолютно без проблем. Передо мной стояли женщины на Toyota Prado, заправили два раза по 20 в бак и взяли еще 20 в канистру. Ну, как бы вот такая вот история. Стоимость газа там 41 гривна, стоимость бензина 51-52 гривны. Это на БРСМ. Ну, на НП там на 50 копеек дороже. Поэтому, ну, не надо разводить вот это вот, нагнетать обстановку и разводить израду и кипиш, что тут ничего никто не решает. Есть топливо, заправиться можно. И я не понимаю вообще, откуда эти истерики берутся и зачем они нужны. Вот так вот. Ваше мнение, может, у кого-то другая ситуация, пожалуйста, прокомментируйте.